36-летний Сергей Лазарев много работает, но старается все свое свободное время проводить с семьей. У музыканта сегодня выходной, и он решил остаться дома вместе с детьми. Певец растрогал поклонников умилительным видео. Участник Евровидения 2019 держал на руках полуторагодовалую дочь в милом платье. Малышка Анна заразительно хохотала, глядя на папу. Рядом находился и 5-летний сын Сергея. Никита поддержал сестру и тоже начал хохотать. К смеху родных присоединился и сам артист. «Заслуженный выходной», — лаконично написал Лазарев в Инстаграм. Поклонники восхитились смешным семейным видео. «Какие радостные, аж я заулыбалась, какие славные, это счастье! Какое же это счастье, а-а-а, невероятно мило, милота! Удачных вам выходных», — написали фолловеры. Дети у Сергея Лазарева родились от суррогатной матери. В начале октября артист впервые рассказал, что у него есть дочь. Рождение сына он скрывал 2,5 года. Недавно музыкант трогательно поздравил маму с днем рождения. Мать певца призналась, что дети его сильно изменили.